Барбарис – популярное и неприхотливое растение. Оно хорошо переносит и зимние холода, и летнюю жару. Несколько десятков кустарников барбариса будут отделять территорию отдыха на пруду Боровом от оживленной автомобильной дороги. В акции по высадке живой изгороди приняли участие саровские школьники и студенты. Захотел помочь общественности, как бы приобщаюсь сам к этому. Наши ребята молодцы, что пришли. Люди смогут отдохнуть около озера, не смотреть на грязную дорогу. Со студентом второго курса саровского политеха Артемом Шевковым согласится и Данил Аладкин. На акцию по посадке деревьев ребята из 14-й школы пришли практически всем классом. Юноши и девушки дружно выкапывают лунки, размещают в них саженцы и обильно поливают будущие кустарники водой. Как настоящий мужчина, я должен был посадить дерево, и это дерево будет радовать жителей нашего города. Я считаю, что субботники – это полезное дело, и каждый саровчанин должен внести вклад в благоустройство этого города. Для Арины Катиной понятие «забота об окружающей среде» – не пустой звук. Старшеклассница считает, что посаженные совместными усилиями кустарники барбариса будут радовать глаз прохожих и избавят отдыхающих на набережной от вредных выхлопных газов. Но это для экологии полезно. Вот эти кусты, они как бы помогают отгородить дорогу от зоны отдыха. То есть мы сможем сюда приходить гулять. Акции по посадке деревьев проходят в городе ежегодно в рамках городских субботников. Это один из этапов подготовки зоны отдыха на пруду Боровом к летнему сезону. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.